В среду около села Осиновая речка в Амурскую протоку провалился самосвал, а следом и фронтальный погрузчик, который выслали на помощь. Водителю КамАЗа, который попал в эту историю, не позавидуешь. Когда машина, провалившаяся задними колесами под лед, встала на дыбы, шофер наверняка пережил не лучшие секунды своей жизни. Он выбрался из кабины и вынужден был просить содействия в эвакуации машины. Логику человека, который двинулся поднимать провалившийся грузовик, понять непросто. Колесному погрузчику пришлось подъехать к краю пролома, после чего спасательная операция с треском провалилась. Но нашелся и третий смельчак, которого уговорили выкатиться на протоку, нагруженном песком самосвале. Шофер этой машины благоразумно к пролому не подъезжал, пользовался довольно длинным тросом. Неподалеку от этого места идет добыча речного песка. До намытых на острове Барханов имеется разведанная и проверенная на прочность ледовая переправа. По ней вереницей идут грузовики, принадлежащие фирме, которая строит объездную дорогу вокруг Хабаровска. По словам водителей, провалившаяся техника их парку не принадлежит. А это не наш КамАЗ? А чей это? Я не знаю. Ну, это частные, они где-то вот здесь вот ездят, не по переправе. Устройство переправы, которое выдерживает вес груженных самосвалов, довольно трудоемкая работа. Лед в таких местах намораживают, пока он не достигнет необходимой толщины. Надо полагать, что за рулем этих машин были как минимум отважные люди. С места происшествия Мария Дедова, Анастасия Манина и Виталий Векслер.